что-то мне подсказывает, что пик популярной музыки уже давно пройден. Это условное время от Элвиса Пресли до Мадонны и Майкла Джексона. Согласитесь, что уже практически нет супергрупп. Да, музыки много, она доступна. А каких-то действительно по-настоящему звезд уже нет. Да, есть хорошие голоса, есть хорошая, неплохая музыка, но нормальное качество уже далеко не то. Собственно, такой же процесс происходил с классической музыкой. И вот пик был ее условно с начала 19-го, середины 19 века почти до середины 20-го. И все. И у нас нет больше ни Чайковского, ни Мусоргского, ни Шостаковича, ни Прокофьева. Есть композиторы, да, пишут музыку, но такого уровня классическая музыка уже не достигнет никогда.